фрагмент аттракциона «Дикий мир». Он собрал небывалое для одного номера количество крупнейших цирковых наград – сразу 7. В одной клетке смешанная группа животных – 13 тигров и львов, плюс кардебалет. Сложные трюки и полет с тигром под куполом цирка. А так, герои номера «Тигры и львы» отдыхают в перерывах между выступлениями. Их расселили в свободных вольерах. Одни нежатся на солнце, другие, напротив, прячутся в тени. Третьи спасаются от жары в бассейне. В Сочи они себя чувствуют вообще прекрасно. Мы любим этот город, любим сюда приезжать. И животные любят приезжать. Тем более у нас 4 тигра. Они именно сочинцы зоопарка с Октябрьского санатория. То есть они, это их местная стезя, природа. Им здесь комфортно, очень удобно. Ну а пока полосатые хищники отдыхают, шимпанзе Ричи снова и снова репетирует. Он звезда аттракциона «Африка». В его арсенале десятки трюков. Работает с Ричи на манеже и вне арены Александр Дудкин. Дрессировщик рассказывает, Ричи 11 лет, а по интеллекту он как 6-летний ребенок, поэтому его цирковым возможностям практически нет предела. Как артист он очень талантливый. Он и в воздухе летает, и делает разные трюки в воздухе. На манеже он делает, и колесо делает, и стойки ходит, хлопает, и покончики делает, и языки показывает. Ну тут так перечислять можно долго. А еще Ричи настоящий джентльмен. При встрече целует дамам руку. Поцелуй, Ричи, поцелуй. Поцелуй хорошо. Всего же в программе «Королевский цирк Гии Эрадзе» задействовано более 100 животных. На арене работает 120 артистов, для которых сшито 2000 костюмов. На сцене тонны декораций, киловатты музыки и света. Погрузиться в это яркое, уникальное в своем роде шоу зрители смогут до 28 августа. Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.